портрет Павла I императора. Он находился здесь на парадном обеде в течение 2 часов за подобным столом. Дворец получил свое название дворца после того, как царская особа его посетила. Сопровождавшие лица императора, великий князь Константин, находились в карете. То есть он недолго здесь побыл, но, тем не менее, вот он посещал это место с целью ознакомления с дворянством после коронации. И вот такой парадной столовой проходили события, которые Пушкин описывал во всех своих произведениях. Здесь содержатся такие объекты, как над дверью портрет Бориса Алексеевича Голицына. Это первый владелец из фамилии Голицыных, тот самый близкий человек Петру I, который получил Бориса Алексеевича это имение в подарок за то, что убедил Петра I уехать из Москвы во время стрелецкого бунта. И так помог ему избежать физического устранения. Вот это Борис Голицын, старший из двух братьев, изображен здесь как представитель прогрессивной молодежи или якобинец, или как Владимир Ленский. Здесь его письма. Он писал на европейских языках и переводил с античных. Скрипка. Борис Голицын музицировал и был танцовщиком даже. И вот здесь вот хочу вам показать, если сейчас смотреть сайт, мы быстро перейдем. Вот это герб Голицына с каменной доской. И далее вот такие вот вещи, которые ранее играли роль рукописных книг. Например, учебник по переливанию крови из коллекции вот этого господина. Это просто лекции, записанные вручную. Далее присутствуют вещи 18-19 веков. Посмотрите, пожалуйста, это парадный будуар, но это не значит спальня. Будуар – это комната для визитов близких друзей, несмотря на то, что здесь есть альков и диванчик. Посвящена эта комната Наталье Петровне Голицыной. Ее портрет мы видим справа в более молодом возрасте. Это художник Рослин, а здесь художник Метуар в более почтенном возрасте. Внук описал историю, что однажды, проигравшись с картой, она обращается к мужу за финансовой поддержкой, он ей отказывает, и тогда она использует эти 3 карты. На самом деле Наталья Петровна писала свои дневники «Сюит-ан-вояж», которые здесь находятся в библиотеке, что только о том, как она путешествовала с отцом-дипломатом по европейским столицам. Во время первой поездки в Европу она была в Париже и была знакома с Марией Антуанеттой. Здесь пистолет, который, вероятно, в связи с тем, что Герман, поигрывая незаряженным пистолетом, довел до смерти старую графиню. Этот секретер связан с Пушкиным. У него в окружении были Потоцкие, одно из которых он, возможно, посвятил стихотворение «Я вас любил». Там еще были Каролина Собанская, такие девушки. И еще хочу сказать о том, что Потоцкие – это те девушки, с которыми он общался после окончания лицея в Петербурге. Возможно, вот они ему рассказали историю своей прабабушки, которая была в плену у турецкого султана, после чего было написано произведение «Бахчисарайский фонтан». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Надо снимать «Бегущих», потому что это люди, которых научили, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось. Нужно пробежать по этому кругу против часовой стрелки и загадать желание в императивной форме в будущем времени. Например, в следующем году я буду или у меня будет. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печаль. Это, конечно, удивительное впечатление. Я последний раз здесь была в юбилейный год, 1999, то есть я здесь была в прошлом тысячелетии. И несмотря на то, что
как раз это был финал очередного такого реставрационного периода, и можно было увидеть вновь проложенные аллеи, аккуратно постриженную травку, реставрацию в главном доме. Но сейчас, конечно, совершенно другое впечатление от усадьбы. Это живой, культурный и удивительно мощный по энергетике подлинный ансамбль. Осмотрев состояние дворца, пришла в полное удовлетворение, поскольку видела его несколько лет назад в состоянии реставрации. Изменения очень существенные, и это очень приятно, поскольку ценен нам этот дворец как один из редких сохранившихся архитектурных памятников эпохи Людовика XVI в Москве, французского неоклассицизма. Великолепная работа гидов, очень профессиональная. Маленькая и совсем новая выставка, посвященная Борису Годунову, располагается здесь. Посмотрите, пожалуйста, сначала на реконструкцию фресок верхнего яруса. Фреска Сека наносится по сухой штукатурке, и поэтому надо очень быстро, процарапав контуры рисунка, раскрасить их красками, и исправлять невозможно. Поэтому восстановить, вероятно, очень сложно, но содержание этих фресок изучается, написана целая диссертация. Есть такая дама Кверилидзе, которая еще в 86 году написала диссертацию о содержании вот этих вот фресок. Мы можем увидеть только макет, который создали студенты питерских вузов, которые занимались и раскопками дворца Бориса Годунова, и изучением вот этих фресок. Они же и создали вот этот макет храма. А остальные экспонаты, остальные объекты связаны с тем, что именно в этих местах действовали герои, находились в гостях, жили герои драмы Пушкина. Пушкин впервые выступает как историк при написании этой драмы. Костюмы, книги – это все представлено в связи с постановкой и с написанием Пушкиным этой драмы исторической. Вероятно, приходя в гости к Голицыным, он знал, что у них есть гигантская библиотека, и пользовался книгами из библиотеки и другими источниками. Далее костюмы, более они связаны всего с постановкой оперы. Сначала драма Пушкина не имела успеха, и позднее оперу, когда написали ее на пару Римский-Корсаков и Мусоргский, один начал, другой закончил, опера имела грандиозный успех, так как в партии Бориса Годунова блистал сам Федор Шаляпин. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. Здесь находятся еще могилы жителей окрестностей, но они были перевезены сюда позднее, когда начались реконструкции существующих в окрестностях имений. Такие фамилии, как Дурново и Осыргины, представлены здесь, судя по записям на камнях, и безымянные маленькие могильные камни, которые мы тоже видим, и очень старый памятник безымян. Вот эти камни были созданы специально, и вот они сохранились, вот эти крупные камни для строительства храма. 400 лет они сохранились. В Бородинском сражении не было четкого разделения победивший и побежденный. И поэтому это решение, озвученное позднее Кутузовым в Филях, как вот то, что не давать генеральное сражение и сдать Москву без боя, было принято здесь. На следующее утро Кутузов дает место для ночевки Наполеона. Наполеон останавливается здесь. Его секретарь Мюнье фиксирует каждый шаг. У них там в документах написано так: мы провели ночь в салоне, напоминающем парижский. Но это армия людей, которые получили образование в одном месте. Я имею в виду, конечно, сейчас не весь состав русской армии, а имею в виду братьев Голицыных. Да? Люди учатся военному искусству в одной военной школе вместе с Наполеоном. Они читают одну литературу, они выращены совершенно на одной и той же почве.
дача, где я выросла, и место, которое очень люблю, оно называется Дорохово. И вот портрет этого человека. Здесь все названия, которые идут по Минскому шоссе, по Можайскому шоссе, то есть самой Старосмоленской дороге, они связаны вот с этой портретной галереей. Вот если вы это снимете, вы не ошибетесь, что вы здесь снимаете всю топонимику западных наших ворот. Ну и стал, конечно, вопрос о создании настоящей полновесной экспозиции. Но какую экспозицию создавать? Если рассказывать о Пушкине от рождения до смерти, это было бы неинтересно. Я сел на электричку, доехал до Москвы, в музей на Пречистенке, в Государственный музей Пушкина, прекрасная экспозиция, отличные экспонаты, может быть, лучше, чем мы представим. И все это, конечно, знаете, как-то и пушкинское сообщество нас, знаете, с таким недоверием на нас смотрело. Еще один музей Пушкина, еще музеев-то много довольно Пушкина. И нам надо было занять какую-то свою определенную нишу. И мы решили сделать таким образом, что в Захарове мы делаем экспозицию, посвященную Пушкину, интерьерную экспозицию, это дом Пушкина. А в Изюмах мы сюда Александра Сергеевича Пушкина поселяем, селим в качестве доброго соседа. Мы точно так же пришли, как добрые соседи, в этот, поэтому вы не увидели в нашей экспозиции ни портретов Пушкина, ни только два бюста у нас стоят при входе. Вот. Но в каждом зале наши экскурсоводы рассказывают, упоминают о Пушкине. Просто как будто он незримо между нами присутствует.